За что? За то, что я кинула картошкой вот так вот. А, у меня была история, когда пряником кидали, но картошка это еще куда ни шло. А, сбегала ли ты из школы? А, сроков? Да. Да, сбегала. А, какой твой нелюбимый был предмет? А, математика, наверное, алгебра. А, в конце концов, как ты закончила школу? Двоечницей? Нет, у меня несколько четверок. На ЛГБТ марше. Ну, опять же, это дело каждого, но пропагандировать, как, например, Леди Гага... Когда-то ты думала о самоубийстве? Нет, никогда, у меня всю жизнь не круто. Точно не под Рождество. Нет, конечно. Это слез доводят комментарии в Инстаграме. Нет, вообще, у меня уже на самом деле Ксения Собчак дала иммунитет на эту историю. Я не предам. Я не предам, потому что я хочу абсолютно...